Ребята, привет! В общем, такой был насыщенный вечер у меня, рабочий. Были забавные моменты, как вы видели. В общем, я там поигралась вдоволь. И самый интересный момент был для меня, это когда я переодела жилетку, и вдруг пришел хозяин, босс мой, и я хотела как-то хоть прикрыться и запихнула тряпочки в колготки, и они как у меня фарточек были. Ну и от такого смущения я делала вид, что я работаю, но так как тряпочки были в моих колготках, ну, в общем, я ими же и вытирала стол. Ну, было забавно, в общем. Мне не влетело никаких негативных эмоций от босса. Мы так все посмеялись на самом деле. Но вообще такая атмосфера была очень дружелюбная и позитивная в этот вечер. Я даже больше расслабилась, чем поработала. И мне, конечно, понравилась там женщина, которая... Ну, она прям была в восторге от происходящего и даже дала свою жилетку мне. Вот, и это было забавно, когда я переодевалась там. В общем, она прям такая... Ну, подруги набивалась, можно так сказать. Мне тоже хотелось какого-то движения в эту сторону. Поприкалываться, поиграться. Вот. И она таким образом с помощью своей жилетки приняла участие. Вот. Так что я надеюсь, вам понравилось это видео. Будем думать с Алексом, что в следующий раз для вас учудить такое интересненькое. Ну, а вам приятного просмотра. Пишите в комментариях, что понравилось больше всего. Ну и вообще, что я вам понравилась. Я, как всегда, рада их читать. Все, пока-пока. И ножки. И more kisses for you.